Почти полмиллиона откликов от неравнодушных северян. Можно с уверенностью сказать, над стратегией на севере жить работаем вместе. Весь август правительство Мурманской области проводило социологическое исследование. Жители региона получили и заполнили 23 тысячи анкет онлайн и офлайн. Беседуя с жителями Мурманской области, собирали их гражданские инициативы. И это очень важно, потому что благодаря этому наполняется программа «На севере жить», наша стратегия 2030. На форуме гражданских инициатив, где подвели итоги опроса, объявили о запуске нескольких программ. Например, «Удобный и безопасный двор» и «Светлые города и поселки» созданы для решения вопросов по благоустройству. Самое главное то, что вот мы взяли все эти наказы, так как мы говорим, отработали их. Эта работа будет продолжаться. Это не работа ни одного дня. Но то, что сейчас уже делается, в этом году, в прошлом году, мы видим, как меняются наши муниципальные образования, как меняется город Мурманск. Подробнее о темах, которые поднимали участники форума, мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Александра Клепцова, Илья Бояркин, ТВ 21+.